На семинар, темой которого стали доступные финансовые инструменты, стимулирующие инновационное развитие малого и среднего бизнеса, были приглашены руководители малых предприятий и студенты Полесского госуниверситета. Партнерами и соорганизаторами мероприятия выступили открытое акционерное общество АСБ «Беларусьбанк», общество с ограниченной ответственностью АСБ «Лизинг», город Минск, и Полесский госуниверситет. Целью данного семинара является повышение информированности заинтересованных организаций, в частности предприятий малого и среднего бизнеса, о банковских продуктах, которые могут предоставить организаторы. Мероприятие проводилось в рамках постоянно действующей на базе ПолесГУ бизнес-школы. Ее деятельность состоит из двух циклов в год, каждый из которых заканчивается деловым мероприятием Invest Weekend, позволяющим подвести итоги работы над бизнес-проектами. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся льготного кредитования субъектов малого бизнеса на условиях указа президента Республики Беларусь, возможности Беларусьбанка по финансированию инновационных проектов за счет иностранных кредитных линий, преимуществ лизинга для финансирования инвестиционной деятельности, а также инструментов государственной финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства. Возможности технопарка Полесье как субъекта поддержки предпринимательства. Технопарк как площадка именно для развития малого бизнеса и одновременно центр поддержки малого предпринимательства. Одна из задач – это коммерциализация тех научных разработок, которые есть в университете. В 2014 году было проведено 10 бизнес-школ и 2 инвест-уикенда. На конкурс идей в общей сложности было представлено 38 проектов. Общая численность участников составила 853 человека. Инвест-уикенд 3 запланирован на май этого года.